Инструкция по приему лекарственных препаратов в форме излучения. Для приема препарата в форме излучения вам потребуется обычный одноразовый диск CDR, компьютер или ноутбук с доступом в интернет. Процедура получения лекарственного средства в форме излучения состоит из 6 простых шагов и займет у вас около 15 минут. Шаг 1. В адресной строке набираем адрес сайта www.newpharm.ru. Далее выбираем раздел «Войти», где указываем свой электронный адрес и пароль. Если вы впервые вошли на сайт NewPharm, то вам необходимо пройти простую регистрацию. Шаг 2. В меню сайта выбираем раздел «Каталог препаратов» и находим необходимые лекарственные средства. Прежде чем приступить к процедуре получения препарата, рекомендуется ознакомиться с подробным описанием лекарственного средства, а в случае необходимости получить бесплатную консультацию врача по электронной почте или телефону. Контакты специалистов вы найдете внизу страницы в разделе «Консультация врача». Шаг 3. После того, как вы выбрали необходимые лекарственные средства, берем заранее приготовленный диск и помещаем его в CD-привод компьютера или ноутбука. Нажимаем кнопку «Скачать излучение препарата» и подтверждаем свое согласие с правилами. После этого начнется передача излучения выбранного препарата из технического центра, которая будет длиться в течение 12 минут. Шаг 4. Через 12 минут вам необходимо извлечь из компьютера диск, который воспринял излучение лекарства. Если вы планируете скачать несколько препаратов, то обязательно подпишите на конверте название лекарственного средства и текущую дату. Шаг 5. Далее кладем диск на ровную поверхность зеркальной стороной вверх и ставим на него стеклянный стакан негазированной питьевой воды на 30 минут. Шаг 6. Лекарственное средство готово к употреблению. Обратите внимание, что для получения наилучшего эффекта в течение суток рекомендуется употреблять только воду, заряженную на диске. Поскольку объем стакана меньше суточной потребности человека в жидкости, всегда оставляйте немного воды и доливайте ее до верха стакана. Излучение, воспринятое диском, сохраняет свои свойства на протяжении 1,5 месяца, после чего диск перестает оказывать воздействие на воду. Таким образом, передать лекарственные средства с диска на воду вы можете как непосредственно после его записи, так и в любое удобное время на протяжении 1,5 месяца. Для продолжения приема или заказа нового лекарственного средства в форме излучения вам необходимо повторить вышеуказанные шаги, используя новый диск.